в осеннем парке. И это показали по центральному телевидению, вот такой марш мира. Почему-то он так назывался, собрались все барды. И как-то эта песня нашла отклик, потому что воспитание было такое. Мы все очень много знали фильмов, песен о войне, и все это. И я, и публика, и мы были на одной волне. Потом был период, когда я понял, что, ну, какая война? Это уже не актуально. Это надо быть каким идиотом, чтобы война какая-то. Вот. А сейчас опять что-то как зашевелилось. И вот тоже написалась еще одна песня о войне, правда, слава тебе Господи, о той. Война.